Ну все приблизительно одинаково. Расщепление тут один только движок и все антиматерии. И 60 на 40 пока достаточно. Двигатель на антиматерии. Вот ворота гига. Ну нам непонятно, куда его ставить. Можно было в кадав задней стенкой, а потом откуда? С Алихина? Если он отстоит, так там там будет и так фул. Конечно, туда на тот. Ну джадакс надо. Вот так конденсатора защитного, вот так, чтобы на крейсер. Астра инженерия, что у нас такое? Линкор. И что, линкор это что? Космический лифт? Бомбардмент всех этих. Пульсоны, а тут пульсоны на макулярном нажатии. И что он говорит? Система переработки. Плазиологию можно попробовать. Но сейчас надо что-то посерьезнее. Робошахтеры, например, и ангар бронетехники. Ну тут мы достигли того, что хотели мы. Как раз тур в тур получилось. У нас деньги съели. Девять туров. Шо? Нам, конечно, к линкору сюда будет так. Ну мой крейсер толком пока не уже. Но если я астролифт этот. Космолифт, что-то даст. Пульсоны. А модификатор пульсона. Да, вот. Лучше два подряд вот так вот произойти. Потому что тут переход ракет был быстрее. То есть мы типа планетология. Ну столица можно искусственную планету. Назвать гигант. Ну такое себе шоу. Симулятор. Компенсатор. Это со защитного экрана можно накрыть. И ремонтная система. Вот там тогда вооружение. Больше кто сейчас будет летать? Это вообще на линкор желательно. Кибертехника. Но сейчас платить особо тоже нечего. Ангар бронетехники. Ну мы экран будем ставить, а там главный экран ангара такого. Наверное сюда нам все-таки столичный планет надо брать. Идти поход к линкору, чтобы надо было брать. Если будет время, так мы кибертехнику. А потом здесь или как. Ну. Выход к линкору все-таки выгоднее. Смотрите. Блин. Дестройер полетел. Да нам любой бой принять, чтобы просто их типа подвигать. Можно еще что-то произвести, каких-то этих колонизатор. Ну колонизатор этот полетит. Джадакс этот, чтобы здесь можно поставить этот
поле, портал, сделано под портал. Ну ты ешь, да, что-то. Ну этот шарик интересен. У нас антиграва, да, подъедет, то есть можно было фост произвести. Антиграва. Просто на персии я шел. Ну фрегат, допустим, 5 туровая, не с 13. Два фрегата. 10. Ну пускай, наверное, фрегат произносится. Вот. Нету тут. Ну не получится, да, так. Персия один фрегат и еще будет. 5 туров. Ну тут 6, они поровну через 6 туров. Ну против крейсера не потянет наш Алисин. Где мы заказали Алисин. Ну у вас экраны есть, если хватит. Алисин. Тоже 6 кровос минус. Может будет внутри корабля тогда. Ну да, все деньги собраны. Вот этот. Ну не грежен он особо и не нужен. Потом будет. Ну если какой-то эсминец будет лететь один, то он сможет задержать базу. Три. И тут два, пять будет. А дестроер уже куда получится лететь. И вообще даже мы не так, наверное, сделаем. Сюда. А девятый. 9 грейдинг. Ну, если он прорвется направо, так нам непонятно откуда. Но все-таки слева ближе залетит. Не, если бы часть ошибли, с остальными легче было правда. Ну, по-моему, еще кого-то тянет.